как избежать общеустановленного порядка сдачи дома в эксплуатацию? Получить право собственности через суд. Новостройка на Анапском шоссе – самовольное строение. Из 50 квартир газовое оборудование есть в 42. Застройщик забыл о своих обязательствах, как только распродал все квартиры. Газовики разводят руками. Пустить газ они смогут, когда оборудование смонтируют во всех помещениях. Ситуацию обсудили на совещании с главой региона. Губернатор уверен, действия недобросовестных застройщиков должны быть предметом внимания полиции и прокуратуры. Какие можно здесь санкции предъявить, в том числе в уголовном порядке, этому застройщику? Я также с инициативой выйду или к начальнику полиции края и дам ему поручение, или к прокурору. В списке проблемных дома на Парковой 64 и Крылова 15. Технические условия выполнены, дают справку газовики. По документам так, но по факту то же самое, что на Анапском шоссе. Застройщик свою ответственность переложил на собственника квартир, ссылаясь на договоры. Люди идут в администрацию за помощью. Так было по Ленина 178, где только благодаря вмешательству местных властей газ дали в декабре прошлого года. Приглашайте всех и по каждому дорожную карту. Когда будет газ? Соберите все дома. У нас есть еще Западная 23 в Витязево. Белорусский 8. Все стороны конфликтной ситуации соберутся на совещании в администрации курорта.